Сервер Jurassic Park. Это рейты на томление и добычу 5x, а на опыт 10x. 50 слотов и мощное железо с низким пингом. Карта The Island с приоритетом на PvP игру, а также ивенты минимум раз в неделю. Переходящие трайбы получают бонусы. Трайб от 5 человек получит Трайка, Дедикуруса и Птера. Трайб от 7 человек получит Трайка, Дедикуруса, Анкилу и Кетсаля. Дополнительные киты, сбалансированные товары в магазине, администрация 20+, и многое другое ждет вас на этом сервере. IP сервера и ссылка на группу ВК в описании. Так, сейчас. То есть свинота. О, отлично. Еще одно. О, прям на. О, погоди, я на воздухе. Ай, ты забрал. Ну ладно, забери. Да чтоб тебе. Так, короче, я кидаю, ты забираешь. Да ты что задолбал уже? На контроле. Гусь ты. Ходячий. Натик. Она еще обосралась. О, зацепил. А, не, погоди, фигня. Она под доской. Это кропатка бить. Не, я вроде бы одну зацепил, но не факт. Видишь, что прикол. Кидай на. Твою, ты задолбала меня. Так, ну-ка. Смотри мне в лицо. Короче, знаешь, как он? Давай на птере пробуй поднять, ты пробуешь ее снизу заминировать. Не, сейчас, ну давай. Нафиг, сейчас птеру еще заминирую. Ну посмотрим, я ее отпущу потом. Отойди. Слушай, ты что, меня снайпером что ли считаешь? Я шит. А, ну. Раз. Где она? Да я опустил. Погоди, приземлись. Вот, стой, стой. Сейчас прям так. Ай, залагал. Во, нормально, на задницу прям. Одной хватит. Еще одну пытаюсь. Еще одну. Ну давай. Ну там вроде бы я отцеплял уже, так что. Во. А, под тобой. Да блин. Сказ о том, как мы додоминировали. Да твою мать! Да что ж такое? Я тебе говорю, просто. Так, там, наверное, из-за того, что уже сишка есть, поэтому не кидается. О, все. О, отлично. Че, так же самое или будем пытаться турельки выносить? А, не, смотри, надо это пробовать с одной стороны с какой-то сносить, чтобы у нас с одной стороны была слепая зона, потому что тут вообще без вариантов. Я понял. Ну вроде я над этим посмотреть. А, сейчас я посмотрю, конечно. Вот там опять. Вроде да, я отка смотрю, но донька над этим. Ну кидай, если что, еще раз на одну найдем. Полетела родненькая. Давай, давай. Криво. Что-нибудь вообще хоть взорвали там? Очень криво. Я очкую смотреть. Мы взорвали фундамент. Твою! А не, стой! Взрывай! Взрывай! Что взорвать? Или ты я уже взорвал. Она не умерла. Короче, мы и криво ее кинули. Сейчас должен быть взрыв, смотри. Не, я смотреть не буду. Я уже посмотрел, у меня лицо красное теперь. Окей, давай, знаешь, как сделаем? Я сейчас все выложу, пробую спрыгнуть под Кетсаля. Ну, попробуй. Блин, не кидается. А, Кетсаль вон с той стороны аж. Ясно, сейчас попробую. А, типа вообще с края кинуть невозможно. Ты даже на земле стоишь, нет привязки, типа, и все в таком духе. С края вообще в целом скидывать нельзя. Че там? Видно? Ну, можно, в принципе, пойти кого-то лоу-левел птера затаймить, его как смертника тоже пустить, но... Это ж мы сейчас сколько времени потратить будем. Так, ну и давай, короче, это, все-таки ту фигню попробуем через ворота пройти. А если что, под коняк, то уже просто смертника будем пускать, потому что без вариантов будет.
Пошли, короче, пробовать через ворота, ну все это нафиг. Сейчас, подожди, 25 секунд, я резко А, ну да. Все. О, отлично. А, да ну нафиг, твою мать! А, пошли в жопу! Ай, все, ой, кранты, ой, да ну нафиг. Я подошел слишком близко, я, короче, удачник. Так, ну нормально, они только тормозили, с них дамага нифига. Так, зайди. Давай, давай. Во, нормально. Теперь хотя бы зайти можно будет. Надо будет черепах тогда уже точно сюда пригнать. И сюда, долбаная птица. Ай, блин. Оп. Твою медь! Иди сюда! Котина! На пассив поставь. Так, пассив. Так, пассив я подключил, да? Да, пассив, нормально все. Так, я хочу туда забраться наверх. Я хочу наверх забраться. И с ворот стрелять. Там интереснее. Там обзор лучше. Тут. Ну почему? Ведь надо, получается, с первого раза иногда полная задница. Да иметь. Держи хотел. Ай, задница. Это дело? Ты где там? Да-да-да. Ты хорош, что выхода себе делать тогда, когда тебе нужно. Он это здесь. Вынужден. Нет, тоже без. Так, все, давай, короче, органику сначала. Потом дойдем уже до гиги. Точнее, до этой пушки. Твою мать, какого фига нам дойдем потом уже до пушки, снесем пушку с помощью этой черепахи, а потом уже будем гигу акрить. Ну его нафиг все это дело. Где этот гадина? Органическая здесь. Ну, слеки. Блин, я не зацепляю, я нифига не вижу. Ну, сразу. Оп. Можно... Ой. А что, у меня есть идея. Что за идея? Есть идея, есть идея. Вообще, это работает, но мало. Ну просто пойти то есть это успеть. Чё? Ой, у меня нет снега. Вон такой. Твою мать. Я ведь приземлился не туда. Не могу на ворот, типа, здесь нормально. Ну всё по логике, смотри, нам же остальное не мешает. Ай, блин. А там точно нету слепой зоны, а на секундочку. Где? Ща, погоди, до конца снесем, сейчас докуда пушки. Твою мать, кто меня стрельнул, кто попал? Вот это вот творение. Я ничего не вижу. Слышишь, а я слепую зону походу нашел. А я сейчас новую сделаю. Нафиг. Нет, не сделаю. Слушай, отлично. Иди сюда, Кицаля, пока что. Приведи сюда, Кицаля, пожалуйста. У меня есть идея. Я с ним делал слышу. Приведи Кицаля просто. Хотя я сейчас приведу, забей. Я сейчас прибегу. Так прошу. Я уже почти в пути. А, я да. Уже на нем. Да я уже наверх пушку Кицаля залезу. Поехали. Ебать, собака, уйди отсюда. Ой, блин, я где-то.
смотри, сейчас у меня есть, я сейчас все выложу. Попробую залезть. Это, давай только это, без суицидничества. С помощью кетса. Не, ну я может сдохну, но я ничего не буду трогать. А, ну ты-то респонешься, ну. Кетсель не респонется. Не, я сейчас. Так. Мне бы только отхилиться, но это ладно. Блин. Че, погоди, мне темно, я нифига не вижу. Слушай, ну вообще это реально. Ну, у меня мало хп, но вообще реально. Блин, а где это? Сейчас я это. По 3 секунды. Сейчас я. Блин, темно, давай, короче, дождемся утра, ну нафиг. Я нифига не вижу. Я где-то мясо всрал, которое дает туда. Ты знаешь, что у меня есть идея? Там есть слепая зона. В эту слепую зону можно пройти на черепахе, да? И взорвать просто. Я тебе сейчас открою секрет, у меня в целом весь экран слепая зона. Я не вижу вообще ничего. Стой. Так. Сейчас погоди. Пробуем. Я хочу кучу. Нам нужны гранаты, чувак, нам нужны гранаты. Блин. Нет, из реза. Я тебе все тут разбавлю. Что там делать? Ага, не канает, ясно. Ну я попробовал просто. Гранаты? А нафига гранаты? Сейчас увидишь. Нам нужны гранаты. И все. Серьезно? А я кайфую от этого. Смотри. Серьезно, они тоже гранаты взрывают? Так что того, что ты пыжился с гранатами, толку никакого. Так, я говорю, короче. Сейчас все, пошли за черепахами. Ну нафиг, мы только сейчас больше времени потратим все это мудрование и пыжение с этой всей фигней. Все, пошли за черепахами, ну нафиг. Всё. Я вот стегом везу еще. Левого. А стегом сейчас скинем, короче. А какой стегом скинем на эти турели? Алло. А что толку? Его, а, типа скинь. Заминировать? Да. Иди сюда, стега. Короче, нормально. Он же возьмет стега этими лапами кицать? Да без паники, попробуй. Проверим, ладно. Вон там в воде, короче. Я плод, короче, не веду. Это кроме, так что давай так. Так, ты где? А вон. Я плод не веду. Я говорю, на кет залети. Он все равно с плота, потому что слез. Так что только ты понял. Кинешь стебло, окей? Где его можешь кицалить начать? А вот сейчас сначала а попробую зацепить. А ты кицалим его скинешь. Что, зацепил его? Топово. Все, минируй. Как уходит вообще? Нормально. Все, садись, забирай его. Нормально. Ай, мать, он за забор цепился. Стой! Не падай! Козел. В курсе, если ты его укусишь, ты. Ладно, я добегу сам забег. А, ты свалился что ли? Ладно, на черепахе доплыви. Направлю, как коски. На черепахе доплыви, заодно доведешь куда нужно. Короче, я взлетаю повыше, раз убежишь. Кстати, мы теперь же там, по сути, по внешке-то можем ходить около забора. Мы и раньше могли ходить, потом учили. Сейчас, тут, подожди, я уберу эти кусты, а то они...
Летай наверх. Так, ну я вроде бы где-то рядом. Вроде бы, но надо подальше чуть-чуть подлететь. Бомбардировщики или блин. Постройка мешается прям конкретно. Так, ну хотя что, он же не разобьется, если что, подождем, пока подойдет. Не надо так. Ой, я, короче, сбросил его. Сбросил. Куда ты летишь? Ты прикинь! А у меня он показывал, что он над зданием. Ой, надо ты... сбросил? Да я его над зданием вообще сбросил, оказывается. Он мне показывал, что он это... У него, он задницей был над этим. Над пушкой. Ты где он? Он на большом здании сидит. А, так стой. Да погоди, ты что, не взрывай? Надо подождать, пока он это... ниже к пушке подойдет. Че, нам надо пушку взорвать. Я знаю. Только от этого. Дай кицалю. На, лови кицалю. Или ты что, собрался его ловить, что ли, оттуда? Дай кицалю. Смотри, кицалю сдохнет. Сдохнет нафиг. Готов все взрывать? Готов? Давай. Давай. Бум! Проканало? Не проканало нифига. Надо было ближе подводить. Ну, сейчас страйка принесу, секундочку. Сейчас попробую стрельнуть. О, кстати, давайте попробую. Сейчас нифига. Я страйка приведу. Ой, парни стреляют. Внизу еще одну тушку. Да, все то же самое осталось. А мы, по сути, даже органику не снесли. Да ну нафиг. Просто стегал тох ни за что. Есть идея. Он же агрится, правильно? Я, короче, смотри, я заагрю трактор. Да. Минируем его. Я его, короче, заагрю, и он сам спрыгнет на эту турель. Просто он взорвёт. А думаешь, получится? Он не отцепится? Взрывай! Минус турели есть. Ну, как-то их маловато снесли. А подожди, стой, тихо, стой. Всё, уводи кецеля, ты чё там? Я понял. Да блин, они точно так же достают. Блин, точно так же достают, окей, подожди. Ага, хер. Ча. Да уж. Сад одну секунду. Пока приведи кицалем еще кого-то одного денег. Не, погоди, надо что-то придумать. Говорю, давай попробуем черепаху туда завести. Все-таки. Окей, по черепаху заходить. Давай я черепаху выпулять на всякий случай буду. Потому что уже знаю, как выезжать. Ну или хочется. Слушай, в натуре. Сидя на черепахе же можно еще из гранника стрелять. Нет, оно переконтролится на ракету, ты шо? А, в этом плане. А, ну какая разница, нам так, точно так же надо стрелять в нее. Черепаху взорвет и тебя вместе с ним. А, то что в упор рядом все дела. Давай, иди еще. Дай черепаху, сейчас стреляй. Медленно не будет. Я сейчас скажу, когда пробовать стрелять, подожди. Давай. Бух! О, хорошо, стреляй. Еще, давай, еще. Так, надо там сносить. Ай, твою мать, ты зеленый экран. Я попал. Снес? Да. Вынеси органику. Сейчас органику вблизи будет, которая. Вот это вот, а?
Ой, я же говорю, надо было сразу так делать, блин. Как ты? Только зря динозавра завалили. А, отлично. У меня граник сломался. Повезло, хоть перед лицом не взорвалось. Ну все тут. А, вон еще одно. Слушай, я тут взорвусь кем-то такой. Чтобы окна открыли все-таки. Ой. Че передо мной другой? Да он. Я в это попал. Я попал. А нет, стоп, тут одна сишка. Все, турель снес. Которую за стеной выставила. Так, вот теперь уже можем попробовать гигу агрить. Твою мать, пошел в шоку. Так, погоди. Сейчас я хочу кое-что проверить. Так. Вот сейчас я хочу кое-что проверить. Так, ну где это там? Наводись уже. Так, вот он, Рекс. Погоди. Не стреляй пока что. Главное, в Рекс не попади. Так, вот он где, это Рекс. 12 тысяч. Твою мать, у этого Рекса просто... Я манал сколько. Я вот и хочу попробовать его усыпить. На 3. А, нормально, 12 тысяч, это немного. А, он не агрится. Ага, я быстрее. Мне кажется, это зря сделали. Или нет? Я сейчас гибу буду заводить пытаться. Там же Дина на агрессии. Сейчас туда гибу заведем. Тихо, подожди. Смотри, что делаем. Уйди, уведи черепаху и посади своего птера на кицаля. Короче, возьми черепаху и вверх. Сейчас. Я бегу. А у меня идея. А как гигу сагрить? Просто с гранатомета в него стрелять? Я сейчас его сагрю и улечу, и он будет в агрессии, когда он... Ты смотри, сейчас там тебе пушки начнут стрелять, потому что мы с одной стороны. Не, я вот тут. Не означает, что они везде так. А где там гига? Я что-то его не вижу. Я повыношу, чтобы гигу видеть. Во, все. Я всех увел. Вот гига. Угу, только он не пролазит. Его надо... А, вот все, пролез. Типа сейчас надо подождать, пока он отцепится. Ну что, типа. Они там сильно не летают. Ну, так ярость спасти. Мы птера потеряем такими там. А ярость можно вести только с этого? С гранатомета? Чтобы нанести много урона. На маленькое время. А в принципе, я вас пулеметов расстреляю, он тоже ярость хочу. Главное не завалить его. Че тебя не заставит, они похуй дело. Они что, или вот взрывают у него. Чё, о, теперь достает. Ярость. Уходи, не перестань стрелять, перестань, ярость. Я не выпал. Я не выпал. Сейчас я его на базу сагрю, смотри. Я сейчас. Видишь, он на мне сагрю, но я сагрю. Я уже понял. Смотри, он пошел грызть. А, ну все, нормально, улетай тут нафиг. Нет, я вот сейчас саму базу заберу. Ой, да ладно, сейчас, ну, слушай, подождем, сейчас ты тебе птера обстрелешь. У нас и так один остался. Два, еще твой. Ну да, если ты встрешь, то будет один, я поэтому и говорю. Я твоего уже в расчет не беру, когда ты там летаешь над пушками. Сейчас нормально, нафиг, пускай... Если бы он реально сагрился, то все нормально сейчас. Посмотри, у него глаза красные. Ага, я прям вижу. Ну, у тебя же есть подзор. Да нет, обычный. По крайней мере,
Отсюда обычный. Погоди, вот он начал двигаться. Он за тобой чисто двигается. То есть ему вообще пофигу. Так, ну-ка, что там у нас? У него обычный. Стой. Я про что и говорю. Давай, короче, его просто глушить. Сейчас его опять в ярость буду, подожди. Да ты долбанный дебил! Да твою мать! Дегенерат клювоногий, блин! Голову под патроны сует. Да он. Уйди голову свою, я тебя пристрелю! Да не стреляйте по нему! Он эту ярость не вперед. Да? Я так бы сразу сказал. Кто дамаг, дамаг. Да, как бы. Именно за определенное количество времени дамага. Сейчас тогда в другую пушку сяду, вообще не проблема. С гранника буду стрелять. А что ты делаешь? Подземлиться, что ли, пытаешься? Я застрял. Иди отсюда. Сейчас ведем его ярость, секундочку. Некс. Я не упал. Я не упал. Ненавижу эти платформы. Ненавижу. Эти платформы. Давай я с этого буду, с пушки стрелять. Ну, в смысле, с этой ракетницы. Я думаю, эффект такой же будет. Вот твой черт, ну, твой голову мешает. Залезть не могу. А, блин. Во, отлично. Все. Вот, теперь у меня точно глаза красные, это я видел. Сейчас его в базу забыл. Да-да-да, вон они, красные. Отлично. Все, сейчас он должен идти отцепиться от тебя. Он в базе. Вот это я понимаю уже. Так, мне шипы мешают. Я ничего не вижу. Я хоть что-то могу взорвать. У него опять ярость, походу, спала. Короче, мы туда еще большую защиту поставили, да, тебе? Чуть перенесли. Рекс. Короче, проход сделаем побольше. Ты проход побольше делай. Ё-мать! Ты что творишь? Тихо, в тело. Слава богу. И вторые турельки, может, разрядим. Так. Так, короче, я уже посажу. Все, он, короче, не агрессор, да, теперь? А, нормально, здесь еще и черепаха, оказывается, зацепилась вниз. Я рад. Сейчас я его посажу, кетца. И посмотрим. Сейчас можно подумать. Так, здесь Рекс дрыхнет, да? Посмотрим, что тут можно здесь снести, нет. Кого стреляешь-то? А ты что, лагришь опять? Нет, я один на лупе. Стреляю. Вот это я понимаю. Черепаху бери, иди к этому. Сейчас, погоди, я органику сейчас уберу. А, все, это максимум, что я могу делать. Сейчас еще одну ракету.
Вот, убрал получше стал. Черепаху, говоришь, привезти? Да, тем турелем. Да, садись, ёшкин кот. Сейчас, погоди, хорошо. Ну, что хочу сделать? Попробуй. Так, сколько я там? Кстати, да. Все, кранты. Пошел в жопу! Я рассчитывал на то, что все-таки будет по-другому немножечко. Бегай. Бегай? Куда? Я попытаюсь сейчас переобрать. Сейчас, погоди, тихо. Да, погоди, блин, ты мне мою защиту ломаешь, блин. Ну, спасибо, они теперь точно сагрились на меня. Накецали только эти споднения, бесполезняк. Так, погоди. Сейчас сделаю. Давай, передряжайся, дрюща. Накицали, попробую схватить. Да не, не подлетай сейчас, только сдохнет кец. Погоди. Их расстреляю, попробую. Убегай в воду. Так, дрыхнет один. Дрыхнет один. Отлично. Я говорю, тащу нафиг. Как у него хоть осталось? Черепаха, она еще живая. У нее там, они пятерю от силы сняли и все. Дрища кончилась. Так, ну это все, что у меня было. Так, сколько тебе осталось? Офигеть, 98 тысяч, ёпылеси ты, а ему только половина лошадь. Ну ладно, хотя бы от одного избавиться. Сейчас со вторым будет полегче немного. Стой, кто на месте? Погоди, я хочу выбраться оттуда, от этого. Он отагрился, слышишь? Я вот про что и говорю, он тогда тоже отагрился, ты, блин, давай палить по нему, вот цепляй. Ага, не зацепил. Все, тихо. Баги тащат.